Московская биржа сегодня открылась после длинных рождественских выходных. За то время, что у нас не было торгов, заметно просели американские индексы. Приходили сообщения об обвале в Азии. Нефть обновила многолетние минимальные значения. Сейчас за баррель марки Brent дают примерно $33, а было и ниже. Не остались в стороне этих негативных тенденций и наши индексы ММВБ и РТС. Они в минусе на 3-4,5%. На все это реагируют и курсы валют. К этой минуте уже есть официальные значения, установленные Центральным банком на завтра. Доллар и евро заметно прибавляют. Сегодня сразу по 3 с лишним рубля. Новые курсы со вторника. Доллар 75,95, евро 82,8, если быть точнее, 82 рубля 81 копейка. Мнение экспертов собирал Михаил Акинченко. То, что произошло на отечественных биржах в первый послепраздничный день, было хоть и неприятно, но все же ожидаемо и прогнозируемо. Пока российские финансисты и экономисты отдыхали, крупнейшие биржи мира продолжали работать. И новости оттуда все это время приходили неутешительные. Настоящая лавина обвалов охватила крупнейшие торговые площадки. Прежде всего, американские и китайские. За ними последовали и все остальные. Россия неизбежно присоединилась, только чуть позже. Любое движение на мировых валютных площадках, отыгрывается и российскими участниками, потому что они совершают операции с долларом, основным долларом, и конвертируют в том числе их клиенты, допустим, если это клиенты банков, корпорации, они конвертируют свою выручку. Они могут конвертировать ее как здесь, так и там. Поэтому цены все равно стремятся к какому-то единообразию. Если мы видим резкое движение, допустим, с российской валюты на зарубежных площадках, то оно не может быть не отыграно на российском рынке. В течение дня индекс Московской межбанковской валютной биржи понижался примерно на 4%. Это близко к показателям, которые демонстрировал с начала года старейший американский фондовый индекс Dow Jones. Рекордное четырехдневное пике за почти 120-летнюю историю наблюдений. 5%. Хуже было только в январе 32-го, в разгар Великой депрессии. Другой американский индекс NASDAQ сдулся сразу на 6%. То есть в одно мгновение американские компании подешевели в среднем до тех же значений, которые были год назад. А начался этот обвал, по мнению большинства аналитиков, с плохих новостей из Китая. Вместо ожидаемых 9% роста экономики страны предсказали лишь 6%. Соответственно, снижается мировой спрос на металлы, на нефть, на работы, на перевозки и так далее. А вслед за этим ожидается снижение деловой активности во всем мире, потому что весь мир фактически питает Китай, сдает заказы промышленные, поставляет сырьевые товары, нефть, газ, металлы и так далее. По оценкам экспертов, только в прошлом году золотовалютные резервы Поднебесной сократились примерно на $0,5 триллиона. Правительство в итоге было вынуждено девальвировать юань, что в свою очередь вызвало панику у инвесторов, которые только в декабре поспешили вывести из страны около $100 миллиардов. В итоге китайские компании всего за несколько дней потеряли 12% своей стоимости. Если это еще не паника, то, возможно, первые признаки ее начала. Внутри Китая, соответственно, есть проблема внутреннего фондового рынка. Есть еще отголоски кризиса, который мы видели летом уже прошлого года. И пока неспособность правительства справиться до конца с ним. Есть серьезное ослабление юаня, которое приводит к оттоку капитала, соответственно, к бегству инвесторов. И таким образом, поскольку Китай – это одна из крупнейших экономик мира, естественно, мировые финансовые системы не могут не повлиять. И вот как домино тянут за собой остальные рынки. На неприятные новости не могла не отреагировать и российская валюта. В какой-то момент за $1 давали даже больше 76 рублей. На 3 рубля больше, чем курс Центробанка, зафиксированный на новогодние праздники. Такого не было с декабря 2014-го. Впрочем, чуть позже национальная валюта все же отыграла к уровню 75 рублей. На отечественную валюту продолжает давить и падение цен на нефть. За баррель Brent сегодня давали $33 по сравнению с предновогодними 36. Если говорить про рубль, то я думаю, что основное снижение мы уже все-таки видели. Весь прошлый год, в общем-то, российская валюта отыгрывала то и снижение цен на нефть, и закрытие внешнего рынка для рефинансирования внешних обязательств, и еще целый ряд других негативных факторов. А сейчас, если мы посмотрим на соотношение рубля и цен на нефть, можно сказать, что соотношение, оно, мягко говоря, поменялось. А цены на нефть упали там почти на 10%. Рубль, конечно, ослаб, но не на 10%.
На российскую валюту все меньше давят западные кредиты. Прошлогодний пик выплат, по которым отечественные компании выдержали. Никто не отказался платить, ссылаясь на экономические трудности. Да и зависимость российского бюджета от экспорта углеводородов хоть и понемногу, но снижается. Зато растут доходы от продажи за рубеж других отечественных товаров. При этом в целом Россия снижает закупки импорта, в том числе и продуктов питания. Отечественное гораздо дешевле. В итоге колебания рубля все меньше. Аналитики говорят, диапазон 75-80 рублей за доллар близок к минимальным значениям. Да и нефти дальше падать фактически некуда, несмотря на пессимистические прогнозы. Мы имеем дело с ценовой войной, которую, по сути, ведут страны-участницы ОПЕК и Соединенные Штаты Америки. И сейчас, на самом деле, эта ситуация тяжела для всех участников. Сланцевая отрасль в США уже фактически банкротится, поскольку себестоимость добычи значительно выше, чем на традиционной нефти. Поэтому можно говорить о том, что отрасль уже вступила в такую фазу, когда уже фиксируется снижение добычи, и в скором времени именно этот фактор приведет к тому, что ситуация должна, по сути, развернуться. Учитывая нынешнюю зависимость российской экономики от нефтяных цен, эксперты предполагают несколько сценариев для страны в этом году. Самый пессимистичный, если нефть так и останется ниже 40 долларов. Впрочем, и в этом случае, говорят, кризиса ждать не стоит. Это всего лишь будет означать, что рост российской экономики откладывается. Но этот сценарий аналитики пока считают маловероятным. Михаил Акинченко, Максим Семин, Первый канал. Я каждый день.